Сегодня пятница, завтра, послезавтра выходные дни. Вроде погода обещает быть хорошей. Я думаю, что как раз то самое время и тот самый момент, когда можно доехать до станции метро Христовский остров, выйти, пройти на территорию стадиона «Динамо», посмотреть на этот мемориал, этому футбольному матчу. Он, кстати говоря, как раз за спиной игроков находится это историческое поле, где и проходил сам матч, который вы только что сейчас видели. Потом можно съездить на улицу Пушкинскую, если мне не изменяет дом номер 246, дом номер 6, где жил Набутов, который пешком ходил от Пушкинской улицы до стадиона «Динамо». И в интернете почитать историю о том, как жил наш город. Конечно, все ветераны хотят к вам обратиться, хотят вам передать эту толику, небольшую толику, чтобы ваш жизненный путь дальше был основан на светлом, на долгом и вечном, на радости. Но все не могут выйти на сцену, а вот видеообращение для вас они записали. Внимание на экран.